Сварила я сосиски на завтрак, капусту потушила, тушится капуста, но есть я это не буду. Я сделаю бутерброд с сыром, ну сосиску возьму, ладно. Вот, и мы решили двинуться в питомнике растений. Нам нужно будет прикупить деревья. Сейчас попробую капусту. Сыровато еще. Пока пью кофе, само будет оно. Вы маленько не смотрите, что у меня кухня в разрухе, потому что у нас улетела плитка. Сейчас я вам маленько покажу безобразие. Вот она, видите, плитка слетела. Была вот фартук вот такой вот из плитки, и она прямо рухнула. Но не беда, мы будем менять кухню, но кухню маленько я сделаю по-другому. То есть будет она углом продлеваться. У нас кухня очень маленькая, 6 квадратов, поэтому она будет продлеваться вот по этой стене и от этого угла до окна. Вот. Поэтому внимание на мою кухню не обращайте. Не говорите, что бомжовская кухня. Ну, вот такое случилось. В общем, короче, мы сейчас пьем кофе и едем в садовые магазины купить кое-какие деревья. Потому что самое время пришло их высаживать. Кофе поставлю, обязательно кофе поставлю. Так, ну мой завтрак готов. Можете присоединяться ко мне. Все, хочу сварить геркулесовую кашу. Но Саша не ест кашу, и мне придется все время ее есть. Много я, ой, мало вернее, я не умею варить. А он кашу не ест. Ну что, приятного всем аппетита, кто сейчас завтракает. А мы, наверное, сейчас уже время 10 скоро. Мы в 11 договорились, что поедем, я сказала, уже в цветочные магазины, но это питомники у нас в Новосибирске есть. Мы нашли, но хотели в Кольцово съездить, далековато, решили здесь посмотреть цены. Заеду на дачу, кое-что там нужно будет нам выкопать из цветов. Ну и посмотрим, вот цены на деревья. На сливу запали, декоративку какую-то нам надо. Я грушу покупала, но может быть в питомнике все-таки грушу еще купить. Ну что, приятного всем чаепития! Дорогие мои друзья, всем хорошего, доброго утра, несмотря на то, что пасмурно сейчас, погода поменялась, по телевизору сказали, все, лето уже безвозвратно ушло, даже на югах, но у нас-то Сибирь уже, что ее ждать? Ну, бог с ним, лето есть лето, прощай, может быть, еще и встретимся. Всем приятного аппетита! Ты остаешься за главную, а я собралась, я поеду в питомник, хорошо? Хорошо, мой сладкий? Ты будешь главное, никого не пускай. Всех, нет, всех запускай, но никого не выпускай, ладно? Все, ложись, вот делай себе гнездышко. Вот твой пледик, пожалуйста. Вообще-то и погода распогодилась, солнышко, видишь? А ты дрожала, потому что холодно было, а сейчас вон солнышко. Но ты побудешь дома, потому что грязно очень. На улице... А может, ты с нами поедешь? А, Бонь, может быть, ты поедешь с нами, потому что мы на дачу заедем. Поедешь с нами? С нами поедешь? Я все, я собралась. Только сейчас расчешусь. Бонь, не бесись.
Не бесись. Все, Боня в ожидании, только сказала. Ну, пойдем, на руки я брать не буду тебя. Пойдем, пойдем, будем выходить. Нет, на руки я не буду брать. Все, сейчас я обуюсь и идем. Как угорелая уже понеслась. Ей по барабану вообще, куда мы едем. Любит она вообще на дачу собираться. Сейчас сделает свои дела. И тронемся. Вот ожидай эту принцессу. Боня, мы идем или что? Или будем стоять? Отлично. Сейчас понесется вперед меня. Пуля несется, только задница трясется. Сразу включаю в машине всегда шансон. Очень люблю это радио. Вот так она у нас всегда сидит на переднем сидении. Только скажешь, Бонь, ну иди. Все, она перебегает ко мне, садится рядышком со мной на колени. Любительница она у нас ездить. Вот так Боня радуется девочкам, что они зашли в машину, аж с ума сходит, прыгает. Ну вот все, мы дальше едем. Три девочки. Вот первый питомник, куда мы заехали. Сейчас мы сориентируем, конечно, вас по ценам. Тут и елки есть, и сосны. Но я говорю, что мы приехали за деревьями. Мы узнаем, сколько это стоит все. Кустарников, конечно, много у них. Много очень. Корневая система закрыта. И розы здесь тоже с корневой системой закрыты. Пойду-ка я узнаю, послушаю, как они по ушам невестки ходят. Сейчас я гляну, что сколько стоит спрей. 300 рублей. Я тебе прикопала, они у тебя будут. Что мы еще хотели? Ты спросила сейчас что? Грушу? Да. А слива? Сливы нет. И сливы нету, да? Нет, груши есть, слив нет. А, груша есть. Груша. А груша по какой цене? 950. Ух ты! 750. Ух ты! 950. Нет, цены мне как-то не очень. Не очень нравятся. Дубочек даже есть. Но мы, наверное, еще проедем. Так мне нравятся вот эти голубые ели. Они тоже... Вот здесь тоже ассортимент очень большой. Но, конечно, все дорогюсенькое. Ну, понятно, что это не рынок. Это все привозят с питомников. Конечно, это продают. Вот смотрите, 2400. Это абрикос. И голубика 1050. Вот она, видите, в горшке 2400. Абрикос чемпион севера. Крыжовник 450. Ты знаешь, я абрикос нашла. 2400. Цены, конечно, космические. 120 земляника садовая. Это земляника мелкая? Яблони китайка 1800. 1800. В общем, от разного диаметра, наверное, от возраста цены варьируются. Так, что еще? Белый налив 900. Ну, цены тоже. Вот груша 1100. Слива 750 мелкая, да? Или какая она будет? Стандарт, слива, этюд 2400. Это от это? От возраста. Слива Аленушка 2400. Ну, в общем, красоты-то, конечно, но и цены красотные. А там написано цена. Да, от размера зависит. Мы уже это поняли. Косточки, пожалуйста, вам. В общем, красота стоит денег. Туи, 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 туи. Можжевельники 200. Туи, наверное, 8-250. Ну, не знаю. Цены убивают. Вот красивые гортензии. Пожалуйте. А сколько стоит гортензия?
Шур, цены не видишь? Очень красивый шип. 4060. А вот это метельчатая тоже гортензия. Тоже она красота. Но она стоит тоже 2200. Ну, красоты. Что говорить. Ну, идем дальше. Сейчас еще мама посмотрит. Может быть, что-то она... Ну, не знаю, с такими ценами, конечно, я не решусь. А какой это любвицкий питомник растений. Это просто, наверное, как марка или что. Ну вот и все. У Дениса мы тоже посадили сегодня. И вот такая у него, сейчас покажу, какая красота. Это вот березовая роща сзади меня. А дождь, тучи такие. И вот там озеро. Оно, конечно, затянуло уже. Но вид потрясающий здесь, даже когда и пасмурно. Все, мой день заканчивается на сегодня.